Естественно, я отношусь положительно. Карт-бланш президенту. Только так. И не иначе. Иначе в следующий раз война будет на нашей территории. Именно здесь. И вы будете, молодые, которые воспитаны на ТикТоке и на всем остальном, бегать по кустам, прятаться, как зайцы. Мы это все проходили в 45-м году. Это война для того, чтобы вы жили дальше, счастливо. Иначе, я говорю, война будет на нашей территории. Только так. Читайте историю. Со времен Переславской Рады, со времен вот этих националистических бандеровских движений. И посмотрите, а была не война 8 лет. Донбасс бомбили, громили. Это была не война, все молчали. Мы не лжепатриоты, мы патриоты. Надо будет, мы пойдем с оружием в руках защищать наш православный русский мир. Все. Вот сейчас боевые действия идут, люди гибнут. Это что, разве нормально? Так люди что? Мы что ли их уничтожаем? Не мы же уничтожаем. Их уничтожают их бандеровцы, ёптами. Ну, как оцениваю? Хорошо, что мы пытаемся очистить эту страну от этой нечисти. Какой? Нациков всех. Ну, это что ж, война, а сколько можно терпеть? Ну, в смысле того, что уже на нас вообще границы-то подошли. Что теперь с Россией-то будет? Весь практически мир отвернулся. Вот от России повернется, это уже не первый раз такое. А где сейчас информацию берете? Уверен. Все смотрю, это Соловьева, время покажет. Вот все это.